Итак, сегодня я хочу съездить на заброшенную бензиновую фабрику, а также попытаться проникнуть на закрытую зону завода минеральных удобрений. Посмотрим, как мне это удастся. Дикий кабанчик. Он идет. Ух ты, класс. Кабанчик. Кабанчик, стой. Оу. День добрый. Я вам просто помолил вообще. Кабанчик побежал. О, еще там поросятка с ним побежали. Ой, еще кабанчик. Привет. Кабанчик, стой. Ну хватит. Вон еще поросята. Фига себе. Привет. Ух ты. Хрюка. Прикол. Пока. В общем, как обычно, решил срезать и нарвался на стадо кабанов. Ну и вот на такой вот небольшой легкий оффроуд. Тупичок. Так, мы куда-то приехали. Подозреваю, что дальше надо идти ножками. Ну что, направляемся к заброшенному заводу по производству бензина из угля, который работал во время Второй мировой войны и был уничтожен бомбежкой в 1945 году. Немцы здесь делали из угля топливо, бензин для своих войск, как я понимаю. Куда податься в Щецине, если вы хотите прогуляться недалеко и посмотреть что-нибудь красивое? Ну или не красивое, а интересное, завлекательное. Так это вот сюда, на фабрику синтетического бензина из угля, немецкую. Милости просим. Очень много всевозможных лес. Заброшенные здания, огромное количество. Мне просто по кайфу. Ух ты, мы вышли из бухты. Заходим. Какое-то здание. Ух ты. А, туннель. А нет. Короче, там темно и страшно, а я без этого, без фонаря. Ну, классно. Налево пойдешь или направо пойдешь? Итак, что мы тут видим?
видим какую-то большую башенку и видим. Надо тропинку найти куда-то. Вот тропиночка. Видно, что здесь люди ходили много-много раз. О, это ежевик. Фу. Странный вкус вот в нем. Не будем ее кушать. Ого. Ага, там вход. Бля. Да пойдем, конечно. Емкость была. Офигеть. Сейчас идем дальше. Ух ты! Чай есть? Прикольно. Ну и понятно, мы будем не мы, если сюда не залезем. Какая красотень, я так понял. Не, ну рили, рили круто. Обойдем. Ну, там еще одна развалина в той стороне. Фу. Вот такая крутая емкость бетонная. Вот такая вот емкость. Они все эти вот эти огромные емкости силоса соединены с собой цепью туннелей. Офигеть, просто можно полазить. На самом деле здесь просто можно, я думаю, вот,
Здесь разрушенные, частично разрушенные, почти целые. И помимо этого огромное просто количество различных строений. И человек, который здесь никогда не был. Цветочки здесь пахнет. Дикая природа берет свое. И здесь просто замечательно. Правда, конечно, вкус у ягод здесь слегка не очень. Горьковато, видно. Сказывается, что земля отравлена все-таки и до сих пор. Хотя, ну, в общем, здесь можно лазить, я вам скажу, просто целый день. Соблюдая, конечно, технику безопасности, потому что огромное количество здесь различных ям, дыр и всему подобное. Ой, я просто в шоке. Рекомендую. Ребята, приходите, полазьте. Кто живет в Щецине, не пожалеете. Да и кто рядом живет. Приехать сюда, понаблюдать такую красоту, того стоит. Просто супер. Ага, а я вот в туннеле вылез. Нет, он стоит в дырке. Да, а я потом пойду туда. Так, ну это, кроме этой части, силосная часть, то есть где цистерны были заполнены различным бензином, наверное, или промежуточными продуктами переработки. Просто крутяк. Ух. Мне это подобается. I like it. Мне это нравится. Офигеть, мне что-то подобное. Почему-то в таких местах я начинаю сразу шептать. Не знаю почему. Ух. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8 или 7, или 6. В принципе, сам химический завод. Не знаю, удобрение или чего он там. Огромная территория. А где у нас налево? Вода, речка, красная, соль какая-то, ну и вот само производство. Да, запах здесь дает еще тот. Поедем, прочитаем, что там написано. Заклад химичной поли, Сетерен, объекты охранного стем сурово взбронены. Мы пойдем посмотрим. Вот я вот сюда хочу. Вот хотел бы вот на то посмотреть, что же то такое. Что это за горы мусора. Вот сюда хочу подъехать, поближе к этим вот горам мусора. Что это? Я предполагаю, что это какие-то горы мусора, которые здесь складируют. Крутяк. Вот оно. Прикольно.
Вот люди шашлычок делают, кушают. Офигеть. Пункт контроля кощеводы. Терен складовиска фосфор гипсом. Неуповорненный стем сброненный. Ну, фосфорогипс, ну да, фактически.